Терпи, малыш, терпи. Все, чуть-чуть осталось. Если приедут к нам с этими, все, маленькие. А глаза не будешь? Буду. Но это уже не так больно. Ну, это уже скорее, да. Да, это уже не страшно. Так. Чего, если приедут? Если в понедельник привезут на рентген наши эти ветеринары бесплатно, сделаем. Если нет, то нужно будет край на вторник это вызывать. Контрольный снимок делать, потому что я не могу. Ты такая наглая, ты хочешь спиртяжки, что ли, в рот? Давай, говорит. Угу, деловая колбаса. Чего мой хороший толкает? Мне в ногу. Скажи. Ты хороший. Ты же плохих не бывает. Тощий. Не-не-не, все, это уже глазки промыть только, малыш. Так, слушай, сейчас я возьму эту салфетки-то. Салфетки-то надо взять. Так, надежней. Так, и капли. Так. Давай, надо. Смотри, лучше стало же, ну. Да маленький, так, конечно. Зачем тебе гной в глазах? Объясни мне. Он тебе там не нужен. Лечиться надо. Сейчас еще один глазик промою. И на сегодня я тебя пытать не буду больше. Все. Зато не больно. Правый вообще хорошо глаз. С носа гной перестал течь. Что приятно. Очень. Да ладно, ну не жалуйся. Никуш, я знаю, что ты меня ненавидишь уже. Но я тебя ночью буду кормить. За сегодняшнюю ночь. Два раза. А потом еще утром. А потом еще утром. Так. Я буду замазывать у тебя грехи, конечно. Умница. Все. Умничка, все. Ну вот и все, ну прости. Ну прости. Так ну ладно, малыш, надо лечиться. Ужас какой, на кого?